случился на 1 января утром. Вы вышли как-то встречать жену, да, или как? Я просто пошел за женой, она была в гостях недалеко тут, в один дом. Я с сыном ложил спать, закрыл. У вас маленький ребенок, да? Да, уже 5 лет. Уложил, пошел встречать жену. Подошел к подъезду, никого ничего не было. И тут из-за угла, буквально прямо из-за угла, летит толпа людей. Ну, прям толпа таких, ну, с битами там, с пистолетами, среди них. Ну, они сразу подлетели, начали оскорблять, ты кто такой, что ты тут стоишь, что ты делаешь вообще. Начали, идите свои дороги, я жену жду. Я за женой пришел, ну, ничего, не слушай, не хотели со мной. Помолили, да? Да, от удара, там, битый этим ударом мне поговорили. И начали меня просто избивать. Избивать, да? Да, я просто помню, что я полз до площадки, до детской. Они мне даже вставать не давали возможности. Я им уже говорил, у меня сын дома один опустить. Он закрытый один, уже все. Мы тебя убьем, нам все. Там один из них даже говорит, ничего нам за это не было. Ничего себе. Потом жена вот вышла, может быть, это все длилось, я не знаю, может около 10 минут, но я не могу сказать, для меня это было как будто это долго было, потому что они меня там вообще даже ничего не давали, не сказали только ничего. Еще шумели, где остальные на меня, а я говорю, я не пойму, какие остальные, что вам надо, где остальные, как будто требовали с меня еще кого-то, я вообще не понимал ничего. Жена выбежала, все это, они вроде начали. Успокаиваться, начал разгонять тоже. Сейчас я милицию вызвал. Вот. А один из них сказал, что я из полиции. Я вообще сейчас ОМОН вызвал. Вам тут как капец будет всем вообще. Ну, тоже вот так. Вот. Вы лежали, да, на земле? Наверное, я да? Уже поднялся, все. Там один из них подошел, он помог мне подняться. Когда жена уже вышла, говорит, вы что так творите все это? Он говорит, ты извини. Мы искали, мы перепутали. Как они перепутали, они ошиблись вообще. Они меня избили, перепутали вообще. Мы искали вообще других каких-то, не знаю, не русские там какие-то, они искали. Просто А людей много было, да? В общем, как получилось? Первый, вот толпа летела, там человек 15 было сначала. Вот я потом их все, когда посчитал, когда поднялся, все были вот. Вот они стояли, вот прям все. Жена, я и они все. Там 25-30 человек в общем. Но первая часть летела, вот человек 15. Я так понял, они разделились на две группы. Когда искали, кого они искали, я так и не знаю. Вот. И одна часть летела, вот, которая на меня, уже они меня били. А потом уже вторая часть подошла. Людей уже тоже вот они. Но они, по-моему, не участвовали. А потом, как это все закончилось? Они разошлись или что? Жена вот она начала истерику, все, говорит, вы что, сейчас милицию вызову, все. Один вот этот, который подошел, говорит, если милиция типа приедет, ты ничего не знаешь. Я сам сотрудник полиции, мне ничего вообще за это не будет. Ясно. После этого... Они потом побежали искать этих, кого они искали. Вот в чем дело. Он мне потом, один из них сказал, извини, ты попал, как же он сказал, просто под раздачу. Скажите, а дальше вы в больницу обратились, скорую помощь? Я вызвал скорую помощь, сразу 1 числа приехала скорая помощь, но я отказался, потому что ситуация такая, как я жену с детьми оставил, я думал, отлежусь там, все нормально было, вот, фельдшер был, все, это, выписал там таблетки, пропил, все, вот, говорит, я тебе уже хочу, чтобы ты в больницу поехал, все, потому что с такими травмами тебе надо. А что у вас за травмы, кстати? У меня лица вообще не было просто. Я не мог разговаривать, у меня челюсть была выбита. У меня я не есть ничего, вообще ничего не было. Вот, гематомы, все вот это, все болело у меня вот на теле, вот здесь вот такое синячище было. Переломы какие-то были? Руки были у меня отбиты. Я когда лежал, я голову закрывал руками. Они били по голове, и у меня были все руки вообще. Опухшие все, сбиты, все было вообще.
Полиция? Что полиция? Вы, наверное, обратились в полицию сразу? Полицию сразу, да, жена вызывала, они приехали только через 14 часов. Про это сейчас. Вообще их не было. Вообще не было. Все. Домой я пришел уже, все вообще, еле дошел до дома, все тут открыл, но ребенок, слава богу, спал, все. Жена уже все, мы вызвали скорую, уже светало, все. Вот смотрите, с этого момента уже прошло практически 3 месяца, даже больше 4, да? А возбудили ли уголовное дело по этому? Да нам, нас завтраками вообще кормили, там жена ездила тоже к ним туда, в отдел, сколько до начальника прорывалось, в общем, ничего толку. Мы всячески пытались замять это дело, вот и все. То есть на данном этапе дело не возбудили, да? Нет, дело возбудили, его передали в мировой суд, мы взяли... А возбудили вам, да? Возбудили его 26 числа после вашей... А 26-го вот все они начали опрашивать, все показания даны просто-напросто под копирку, никаких фактов. Даже та женщина, совершенно посторонняя, которая, видно, увидела в новогоднюю ночь драку, она была не опрошена, никого они не опрашивали, не искали, ни свидетелей всего произошедшего. Хотя, я так предполагаю, время было около 5 утра, и многие люди в новогоднюю ночь еще не спали, потому что свет по окнам горел. Мы уже стали сами разбираться, среди них действительно был сотрудник полиции. Но пока это все замалчивается, я этого сотрудника, так же, как и муж, мы его можем опознать. То есть вы его видите, он здесь недалеко живет? Да, он живет здесь в доме, мы его регулярно видим. Он, как говорят соседи, просто общалась я с соседями этими, и с женщиной старшей по дому их. Ну да, действительно проживает такой, но сейчас он как-то старается, ну... не выходить, может быть, скажем, лишний раз. После, открой! После этого случая кто-нибудь с вами пытался связаться? Нет, с нами никто не пытался связаться, и верить нет, нам это не нужно. Мы просто хотим наказать виновные лица, чтобы принесли заслуженное наказание. Больше ничего не нужно. А по какой статье возбудили уголовное дело? По 115-й, 5 лет здоровья. Понятно. Ну, вы сейчас намерены добиваться, чтобы все-таки этих людей дошли, да, и как-то, я не знаю, наказание они какое-то понесли. И сейчас мы написали в районную прокуратуру жалобу, написали мы городскую прокуратуру, и сейчас вот у меня в план.